дочь за руку. А, кстати говоря, да, у нее даже лицо такое скромненькое, такое вот, слегка. Не, ну так что просто. Где удобнее садиться на катер, здесь или на речном вокзале? Почему? Я считаю, что удобнее садиться здесь, потому что, ну, все многие люди гуляют в Огурсаду, и не надо переходить мост, проходить вот эти большие круги, чтобы сесть на катере на речном вокзале. Это намного удобнее садиться здесь. Специально ехать или идти их тащить на речной вокзал не очень удобно. С другой стороны, когда на речном стоял, то есть он никому здесь не мешал. Вот я не знаю, как бы, палка о двух концах, и так хорошо, и так. Мы горожанки, выросли здесь, мы всегда здесь. И сами катались, садились на теплоход. И поэтому думаю, что здесь всем удобнее. И тем более здесь рядышком парк. Люди гуляют, вот я бы прошла бы и села здесь, мне сейчас покаталась. Как раз меня это заинтересовало.